Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И перед тем, как начать смотреть это видео, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, а мы начинаем. Две мамбы и один ведущий. А все почему? Потому что сейчас мы будем стрелять с вами с обычного арбалета сил натяжения 120 фунтов и с усиленной мамбы сил натяжения 200 фунтов. Чтобы было проще ориентироваться, на усиленном арбалете стоит, на усиленном арбалете есть приклад, чтобы вам было проще ориентироваться. На обычной мамбе приклада нет. Мамба 120 фунтов, стреляем в этот раз по лопате, по нашей любимой металлической, железной, точнее, лопате. Чпонь, но не пробило. Я вижу, стрела вывалилась обратно к нам. И мамба с усиленными плечами. Тут звук был явно другой. Пойдемте посмотрим. Это у нас мамба усиленная, а вот это вот обычная. Собственно, усиленная у нас пробила лопату, какое-то отверстие сделала. Хотя, по факту, честно вам скажу, у нас мамба усиленная, мы тут плечи поставили, а тетивы родные. А поскольку тетивы новые, на усиленных плечах они ой как хорошо растянулись. И поэтому мы пишем тут уже как бы не первый час сейчас видео. И в начале того, как мы начали снимать, мамба была гораздо мощнее, нежели есть сейчас. Поэтому, ребят, если вы ставите усиленные плечи, мой вам совет. Либо вы просто следите за своей тетивой, когда она вытянется у вас, вы заново спрессуете арбалет, все скрутите так, чтобы арбалет выдавал нужную силу натяжения, потому что со временем все растягивается и арбалет просто-напросто слабеет. Либо заказывайте сразу кастомные тетивы, которые заранее хорошо вытягиваются. Но это вот то, о чем я говорил. Видите, какое тут расстояние от СТС-ки до блока и тут какое, потому что тут просто все растянуло со временем. И, соответственно, так вот даже визуально просто, хотя это и по силе чувствуется, когда взводишь, но и вот визуально это тоже можно определить. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам видео понравилось. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч!